Калинка, малинка, малинка моя. На-на-на-на-на-на-на. Мало кто знает, что калиновые косточки полезны для сердца. И они даже по форме напоминают сердечки. У меня калиновые косточки такие симпатичные на вид. Как валентинки прям. Их можно смолоть на кофемолочке, в порошок и принимать. Они даже от сердечных приступов помогают. Одна бабушка-долгожительница, 100-летняя, подсказала нам рецепт. С Алтая она, что вот калиновые косточки помогают. Съедает щепоточку порошка из калиновых косточек. И все хорошо для профилактики. Можно просто заварить кипятком.